Всем-всем добрый вечер или доброе утро. Мы вот вышли с ребеночком прогуляться по улице Тулебаева. Там очень много детских площадок, и не только по этой улице, а вообще по городу много детских площадок. Детские площадки, они доступные, очень комфортные. Здесь очень много всяких таких конструкций, снаряжений, качалок, горок для детей. И вот, была хорошая погода, и как видите, ребенок очень хорошо это самое время проводил, как и я. И по этой улице не только могут дети на детских площадках играться, да, или играться, да? Ну и могут взрослые тоже отдохнуть на скамеечке, почитать что-нибудь, да, отдохнуть. И есть еще спортивные снаряжения, где могут заниматься на этих спортивных снаряжениях, да, подкачаться, да, на мышцы там подкачаться. Это тоже такие довольно комфортные достаточно. Ну, я вам чуть попозже покажу. Так что смотрите это видео, наслаждайтесь. Здесь, здесь я сижу на качели, качаюсь. Вот. Ну, всем пока. Ой, поднимайся, поднимайся. Давай, давай, качели, качели, будешь качели? Нет. Садись, садись на качели. Солнце, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порость, дай огня, вот так. Виктор Цой. А может, я вернусь домой со щитом, а может быть на щите, в серебре, а может быть и в нищете. Но как можно скорее? Куда, куда, куда? И? А что ты встал? Что ты встал? Что ты встал?